Рад, что ты меня узнала. Как живешь мне, расскажи. Как всегда, чуть-чуть устала. Мне лишь кофе закажи. Где они? По пояс вроде. Ты обрезала, зачем? Знаешь, та длина давно не в моде. На работе нет проблем. Не хочу я о работах. Расскажи, как ты жила. Жизнь моя в одних заботах. А какого ты числа? Точно помню летний месяц. А число? Напомни мне. Я в июле 2 по 10. Со стихами на коне? Да, пишу. Но только реже. Кстати, кто твои друзья? А, друзья мои все те же. Вспоминал ты про меня? Очень часто вспоминаю. Но а ты хоть иногда? Каждый день тебя читаю. Уезжаешь ты когда? Поезд 10 мой идет. А тебе домой пора? Там меня никто не ждет. Ехать будешь до утра? Долго ехать мне придется. Слушай, может, не домой? Если место мне найдется. Правда? Хочешь ты со мной? Да, хочу. Но ты же видишь. Разве ты не поняла? Ты в дороге стих напишешь? Если ты блокнот взяла. Две судьбы сошлись навеки. Просто случай их позвал. Пожелайте им успеха, если Бог того желал.